и достаточно будет прочный. Так, вот они, ракеты тут, по всей видимости. А, эти зомби надо убить. Мы там, по-моему, Маркуса спасаем. Так, ну. Смотрите, они на меня не бегут. Отлично. Опа. Жопу ей. Вот так вот. И пинка. Голову, 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 голову. Странно, она меня вот это сзади не атакует. Ну, значит, ногами ее забьем. Че на нее тратить? Я как раз налаживал этот кусок говна, когда вдруг словно ниоткуда появились эти твари. Попробуйте восстановить работу второго трансформатора, пока я налаживаю этот. Идите. Идите. Так, где второй трансформатор? Офигеть, вы что смеетесь? Туда 127 метров пилить. Далековато будет. Может, без машины поедем? В принципе, здесь нормально. Хотя нет, наверное, стоило на машине поехать. Нет, давайте поедем все-таки. Мне, во всяком случае, так спокойнее будет. Машина, кстати, уже почти разбилась. Так, а что это у меня за какое-то помутнение было? Ну, странно, как-то она разворачивается. Очень странно. Все, погнали. 80 метров. Да. Угу, там пройти надо будет. Да я думал, проехать можно. А, ну видите, как получается. Вот сейчас здесь придется выйти. Ничего, сейчас мы с ним разберемся быстро. Вот и все. И тут два удара, и он отдыхает. 25, точнее, лезвие взяли, да, вроде? Так. Блин, чертовы ублюдки. Ай, нет, 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 надо с ними разбираться. Падай, падай. Упал. Так, с этим еще. Опаньки. Так, он еще бабище бежит. Да упади ты, ёпрсты. Так, что, он встает? Нет, лежи, тварь. Фух. Блин, почти все уже. Пипец сейчас придет моей вот этой фигне. Че это хлеборезка, тесак. Фиг его знает. Так, вот уже 50 метров где-то осталось. Блин, какие живописные пляжи. Вот такое вот дерьмо здесь происходит. Пинка тебе на подзад. Ой, еще один бежит. Ну-ка, отдыхай. Пока я тебе не разрешил, лежи. Ух ты, чуть-чуть бы еще и завалил бы. Так, все, надо с ним расправляться. Опа. Ха-ха-ха-ха. Клево. Так, что у нас? Вот эта машинка, она не ездит, точно. Зато мы можем бинты взять, что тут еще есть. Глядите-ка, открывается. Молот. Вы что, серьезно? Вот это класс. Так, где у нас... Налево показывать? На горах, что ли? А, тут-то мы сможем, интересно, пробраться? Или нет? Надеюсь, что да. Надеюсь, что там хотя бы какая-никакая лестница есть. Иначе придется по этим камням. Лопата? Не, лопата фигня. Дайте молот. Ну, нормально. Это ты откуда вылез? Ну-ка попробуем. Ох ты, неплохо. Слушайте, нормально.
Не, хотя урон вообще маленький. Урон очень маленький. А тут их 4 целых. Так, сзади никого. Никого. О, да. И вот этого добиваем. С этим все. Ну, падай. Эх, зря добивал. О, да. Переломчики тут даже есть. Классно. Да ёшкин кот, что ж ты будешь делать-то? Это там наверху где-то вообще. Может, лестница тут какая-то есть? Как что добраться-то? Может, здесь получится? Да нифига тут не получится. Придется все опять оббегать здесь. Давайте тогда посмотрим, как бы это лучше сделать. А, хотя... Хотя, может, что-то и получится здесь. Ага, 300 раз получилось, блин. Сейчас бы еще не застрять. А, да уж. Наверное, где-то с дороги там можно было... Где-то с дороги можно было пройти. На этот момент, наверное, упустил. Так. Вот, смотрите, вот лестница наконец-то уж какая-то появилась. Просто вот так вот, просто так ударил, на самом деле. Не хотел его убить. Слушайте, а, наверное, все правильно мы шли. Может быть, проход только здесь. Наверх. Так. Хотя нет, вот здесь дорога была. Так. Вот уже почти на месте. Так, давайте силенки восстановим свои. Да успокойся ты, девочка, сейчас все будет чики-пуки. Вон еще и генератор. О, да! Подожди, мужик, не лезь, я сейчас с ней разберусь. А, ну-ка, иди отдыхай отсюда, блин, тварь. Да. Опа, дергать надо! А ну, открывайся, собака! Так, что это значит? Сейчас они на сигналку будут сбегаться, да? А мы сейчас посмотрим. Да нет, вроде. Просто сигнализация сработала. Так, чертова, блин, зомби. Так, тут готово. Главное, чтобы никто меня сейчас тут не беспокоил. Люблю сюрпризы. Молот, да? Тут лучше вот этот взять, блин. Факт еще взяли. Так, вестники, возможно, позже почитаем. Или послушаем. Так, два осталось, да? Последний. Отлично. Фонарик вырубаем на. Кто это орет-то так? Бешено. А вон, смотрите, два. Два зомбаря. Быстрее надо сматываться. А-а-а, помогите! Бежит, бегут, бегут, бегут. Атака-то какая мощная. Опаньки. А вот это вот мне не круто сделали. И очень даже нелегко. Вот, кстати, громилы, ё-моё. Блин, быстрее надо отсюда сматываться. И во всяком случае... Ну-ка, давайте ей. А она мертвая. Вот с этим надо разобраться, с бродягой уровня 5. Так, никого тут нет. Нигде свидетелей нет. Что я с ним вытворяю? Так, 60 метров. Блин, они опять появляются. Они постоянно появляются. Дайте я ему череп размощу, блин. Тварь. Фак. Надо убегать нафиг. Так. Опять этот сидит, блин. Постоянно сидит. Все, супер. Мужик, я все сделал. Хорошо.